хреново. Так, сейчас, погодите. Вот видите, у нас еще там есть завязка. Что типа... что ты стоишь? Мы что-то забыли? И ты стоял только ради этого. Так, что там интересно? Кто там пропал? Патрик Хиггинс, адвокат семьи Викториано. В последний раз его видели с неизвестным мужчиной, вероятно, клиентом. А, кстати, да. Мы его видели пару раз. Помните, когда он втыкал нож, да? Нам типа приснилось это. Дрянь. Это вторая часть как раз игры. Вторая серия была. Пойдемте откроем что-нибудь. Может, что-нибудь даже выбьем. Хорошая, правда. Фу-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Какой сейф брать? Ну, давайте этот. Ай. Ну, уже смотрите, даже по 7 тысяч нам дают. Хорошо. Сейчас что-нибудь качнем. Так. Что ж мы с вами будем прокачивать? У нас 22 тысячи. Давайте посмотрим. Я думаю, знаете, что качнуть? Так, качнуть и усилить. Ти-ти-ти-ти, оружие. Точно. Знаете, что улучшим? Запас. Запас для пистолета. Будет, конечно, уже дорого, но... И еще шприцы. Вот это вообще... Да куда ты ушел-то, мудель? Куда ты ушел? Чувак, ну что за фигня? Все, нажал нечаянно. Вот нечаянно нажал. Все, все, сразу выходит. Запас. Давай шприцы, короче. Да. Так, еще давай. Ух, у нас сегодня праздник, гуляем. 4 шприца будет. И можем еще качнуть спички. Не, спички я не буду качать, потому что, ну, вот для чего нам, по сути, спички? Мы их используем только для того, чтобы противники горели. То есть, прежде чем они встали. Но это, черт возьми, если по стелсу идти. Но мы не играем с вами по стелсу, поэтому... Думаю, что-то надо для пистолета опять сделать. Или все-таки для дробаша давайте. Так, что мы можем? Емкость магазина. Да, давайте-ка емкость магазина. Или запас лучше. Так, давайте-ка запас. Плюс 2 патрона еще будет. Дальше еще плюс 2, а там уже... Ни хрена себе, плюс 10 будет, да. Надо прокачивать, да. Но мы патрошки-то сами знаете, находим, блин... Очень-очень редко. Так, ладно, продолжаем, ребят. Я, правда, что-то уже немного расклеился. То есть и сопли начали уже бежать, и чихать начал я как ненормально. Ну, я, конечно, паузы делаю, прежде чем записывать вот это чихание. О, красотка Мэри пожаловала. Ёб твою дивизию, а. Что мы делать-то будем? Навряд ли ее мы сможем так убить. Охренеть, посмотрите на ее обувь, ёб твою. Это какой размер-то, блин, 50-й? Ты что, баскетболистка, что ли? Охренеть. Так, трупы какие-то. Ну, поди-ка, это не трупы, а зомбачки. Я надеюсь, ты не сможешь с этой клетки сбежать. Даже не пытайся. Так, вызываем лифт. Что, нельзя, что ли? Блин, лифт не работает. Говно-то какое. Она... О, тут, конечно, тут вниз. Ну да, ну да. Вы уже понимаете, да? Что нас ждет здесь. Да, я уже понимаю. Все дальше, точнее, все ниже и ниже к нашей красотке. Подходим. Так, патроны я заберу. Сколько у нас? Ну-ка, уже, блин, нифига. Так, рычажок. О, подозреваю. Поди-ка еще я... Клетка ее отпустится, да? Точнее, откроется. Так. Ну, ёб твою, а! Ну, тот так и знал. Так, погоди, красоточка.
Блин, мне башка мешает, слишком большая. Так, 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 так. Ёб твою, давай, 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 давай. Она так специально, что ли, медленно идет, да? Типа нам дает фору. Так, куда? О, сюда. Давайте. Раз, 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 раз. Сзади никого там. Вроде пока никого. Не знаю, что происходит, но это нам на руку. Давай, чувак, выбивай-то. О, братишки, что-то тут распояс... А-а-а, блин, там бутылка была. Говно-то какое, да отойди ты, мудель. Свой пакли сует. Так, все, замечательно. Неужто она не может эту дверь сраную выломать? Блин, ну она дает. Так, ящички. Ну, у нас небольшой такой перерыв. Она опять нам решила немного фору дать. Типа, ну ладно, ладно, позже его. Отрублю ему голову, или я не знаю, скушаю. Что она с нашей головкой-то будет делать? Так, опять рычаг какой-то. А, нет, это показалось, показалось. Так, потрошки. А, нет, спички. Ну, блин, не-не-не, спички мы с вами качать не будем. Нахрен это нам надо. Ой, блин. А, лифт. Так, сзади там никого? Ага. Замечательно, то есть лифт нам тут подогнали. Какая же добрая душа это сделала. Да, ну тут там нам не пройти, видите, что? Огонь сраный. Может выстрелить? Только зря два патрона просрали. Само? Ух ты. Ладно. Хорошо. А вот тут уже, видимо, не само, видите? Рычажок. Но прежде чем активировать, давайте-ка... Во-во-во, потрошки возьмем. Так. Оп. Все! Можем идти. Слава богу, путь открыт. Ну и... Чёртова ублюдиха! Так, потрошки. Погоди, 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 не нападай, не нападай. О, как нам повезло, смотрите. Блин, ну она пытается открыть эту дверь. Что же делать, что же делать? Так, так, так. Быстро, быстро, быстро. О, нет, погодите, это не то. Вот это. Я подозреваю, этой хренью мы будем ее лечить. Не нравится тебе, сучка, огонь. Сейчас мы... О, шприц, хорошо. Так, лучше дробаш возьмем на всякий случай, да? О, блядь, твою ж мать! Ах ты, сучка, тихо. Где ты? Ты что, такая умная сучка, что ли? Блядь! Да ты херела! Тихо. Бомба, бомбочка. Ну, ёб твою та... О, уже открылась! Вперед! Блин, а мы тут с ней играем. Так, ну не время расслабляться, потому что на лестницу она тоже может забраться. Она это... Проворно. Так, где тут? А, о, замечательно. Но она сейчас... Ах ты, блядь! Получай. Не сможешь пройти, да? Так, так, рычажок, рычажок, рычажок. Давай, давай, чувак! Ай, горит, горит, тварь. Гори. Как мы знаем, а ее историю, как она появилась, точнее, не появилась, я не знаю, как этот мудель ее оживил вообще. Так, погоди, погоди, погоди. Ах ты, сучка вонючая! Охренеть, все, да, все, видите, сломали мы. Вот говно-то какое. Погоди, погоди, погоди. О, все, можешь гнаться. Твою мать. О, о, тихо, спокойно. Не время сдаваться. Так, давай, давай, чувак. Там сзади. Не, ну она обойдет. Она, эта сучка умеет обходить. Все пути находит, конечно. Вот где она сейчас, вот она где. Вот так можем сделать. Чуть-чуть ее попку поджарим, но этого мало, понимаете, ребят. Надо ее
хорошенечко так проучить. Как мы знаем, она, короче, погибла. Погибла. Ну, как вы помните, в пожаре там деревенские, короче, не поделили деньги, алкаши. Типа, ах, богатых надо уничтожать. Вот. А как он эту тварь создал, хрен поймешь. Типа, оживить любимую хотел. Зачем только я четыре руки, непонятно. Чтоб дрочила, что ли? Не понимаю. Чтоб жобы, что ли, делала. Черт, тогда он... Херф извращенец. Погоди, моя дорогая, блядь. Ты что там собралась делать? Все? Так, братишка, ты мертвый? Ой, бля! Что надо сделать? Что надо сделать? Бля, 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 бля! Моя дорогая, погоди. Так, вот теперь взрывайся. Опа. Где туда? Во. Другое дело. Так, давай за мной, за мной, за мной, за мной. Так, где ты, моя красотка? Дай угадаю, мне-то ты не будешь приятное делать, да? Конечно. Ничего, мы с тобой немножко поиграем. Так, позаигрываем, позаигрываем, да. Блять, когда же там откроется-то эта херня? Ну давай же. Да где она? Вон, слава богу. Так, 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 я уж думал, я ее потерял. Так, спокойно, спокойно. Мечешься, да? Не знаешь, как до меня добраться, да? А я мастер, я мастер, ебаный! Так, давай, я твою голову запутал, да? Запутал я девочку нашу. Давай, 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 почесала, почесала, почесала. Блять, да когда ж там откроется-то? Я уже не могу с ней играть. Она меня достала! Блин! Ага. Начинается. Так, я вообще то хоть нажал-то, бля? Может, я напрасно жду, просто заиграл? Ни хурена у ней попка-то хорошая! Хорошая такая, но, правда, поджаристая, поджаристая слегка. Да, блин, давай! Может, тут рычажок нихера тут нету? Так, понятно. Тихо, 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 ускоряется она. Давай-ка не до ускорений нам. А, блядь. Пиздец. Может, еще тут рычаг где-нибудь, а? Который я не вижу. Смотрите, она сразу назад, а? Не, давай-ка ты вперед будешь идти. Молодец, молодец. Не факт, что это... Всего два тут рычага. Может, еще где-то есть. Я не вижу, я не вижу. Блять, понятно. Два рычажка мы, значит, активировали, да? Активировали. Так, играемся. Блять, а вот и третий! Что за говно? Чёртовы черные полосы! Будь вы прокляты! Да, все, путь открыт. Давай сюда, сучка. Давай, 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 давай. Давай. Ага, побежали, побежали. Побежали, блядь. Не до этого. Не до этого нам сейчас, ребятки. Так, она откуда-то высирается. Откуда, интересно? Так, понятно, откуда. Так, как тебе? Так, а что надо сделать-то? Ой, блин. Тут немного придется покуролесить, я смотрю с ней. Блин, тихо, тихо, моя девочка. Так, вижу, вижу все рычажки, вижу. Так, раз. Вообще, что-то открылось не то, по-моему. Ну, если я туда пойду, вы сами знаете, что будет. Что мне делать тогда? Так, ее надо как-то вот запутывать, запутывать. Поджечь я могу. Блядь, вот... Это пиздец просто. Мины, спасибо за совет. Что надо, оказывается, красться. Да что ж такое? Ты где ты, моя дорогая? Вот она ты. Блин, нам надо рычаг тот сделать уже. Активировать. Так, пробежимся немножко. Знаешь, такая утренняя пробежка. Утренняя пробежечка. Так. Ты пока стоишь там. Да, молодец. Что мы активировали, ёб твою, понятно, что мы активировали, блин!
Может, как-то ее можно вот так вот согреть? Давай сюда. Давай, давай, ты же тупая такая. Ох ты, сучка, крашена, ладно. Интересно, она сможет сюда пойти? Ну-ка. Блять, понятненько. Что мы сейчас сдохнем. Угу, понятно. Нет, я не сдох! Как так? Ну, к примеру. Блять, она очень умная! Так, ага, вижу. Так, погодите, погодите. Мне там надо шприц все-таки взять. Свое забираем. Это мое. Все, теперь иди нахрен. Так, так, надо успеть, надо успеть, надо успеть, давай. Да, он успеет. Господи. Сейчас отрубит ей нахрен ее ручки. Ага. Это, знаете, такой подарочек на прощание. Сувенирчик. Ох, что ж мы с этими ручками-то будем делать, ё-моё? Мы можем их взять, знаете, как в Dead Rising 3. Можем покрошить, наверное, кого-нибудь. О. Да кем ты себя возомнил? Я знаю, кто ты такой, Себ. Я знаю, чего ты жаждешь, чего боишься. Сможешь ли ты жить дальше, зная о том, что я заставлю тебя сделать? Бедняжка Джозеф не смог. Жаль, что не втянули тебя в это дело. Но в любом случае... Теперь я могу сделать с тобой все, что захочу. Господи. И что он сделает? Надо же, братишка наш заговорил. Так, так, так. Папа. Опа. Ну, пора нам уходить, а... Черт возьми. Да, ручонка-то большая, видно, долго не стригла. Такие когти, ё-моё. Только посмотрите на это. Ёб твою, а. Какая здоровенная рука. Вторая тоже не очень маленькая. Мне вот интересно, что нас дальше-то ждет. Я сделаю все, что пожелаю. Интересно, что ты там желаешь, а? Так. Shit, back here. Черт, я снова здесь. Бля, опять мы здесь. Да что ж такое-то, а? Вот гаденыш. Так, вот это мы возьмем. Смотрите, уже тут контрольной точки-то нет. То есть я не могу. Опа, закрыто. Вот видите как. Так. Ну-ка, погодите, а там на втором-то... Ну да, здесь же была эта контролка. Так, все закрыто? Да, теперь все закрыли разработчики. Точно все? Да все, все, можно уже не проверять. А вдруг-то открыто? Я такой, блин, вот я мудиля. Поди к там сокровища, драгоценности лежат. Нет, все закрыто, все закрыто. Ладно, давай поиграем. Давай, давай, у меня пистолет. Так что и я могу тебе больно сделать. Опять мы в этой сраной комнате, блин. Он нас достал уже. Манекенчик, здравствуйте, здравствуйте. Я уже представляю, что он с этим манекеном делал. Да, я это уже говорил. Но на всякий случай повторюсь. Нет. Док? Что это вы творите, черт побери? Пытаюсь нас спасти. Серьезно? А мне кажется, что вы делаете еще одного монстра. Детектив, у меня нет на это времени. У меня тоже. Сейчас окажется, что этот док
Лесли был здесь и вернулся. Он вступил в контакт с Рувиком, но выжил. Насколько я понимаю, другим пациентам это не удалось. Чудесно. И при чем тут все это? Он наш путь к спасению, детектив, причем единственный. Прикиньте, доктор во всем виноват. А вдруг он умеет перевоплощаться, блин, в Рубика? Мы ж ничего не знаем. В этой игрушке все! Все возможно! Опа. Что это такое? О, слава богу, сработало! Вы знаете, на что это напоминает? А, как же это называется, эта штука? В Fallout 3 такие же капсулы были. Уэсли, ты в порядке? Как же так? Почему не? Ведь должно было. Должно, но не обязано. Ух ты. Вот как. Вот почему. Доктор, бегите! Доктор, стоите, походу. Он хочет того, что и мы. Он хочет выбраться. Клёво. Прям как в Гарри Поттере каком-то. Через стенки можем путешествовать. Значит, давайте обработаем всю информацию, проанализируем. Там были капсулы. У меня такое чувство, что мы сейчас все, как бы сказать, подключены к этой машинке. У меня такое вот предчувствие есть. Это знаете, как в Fallout'е? Эй, я знаю, что ты там. Да послушай же меня! Как это говорить? Ты хрен поймешь даже. Ни хрена себе. Я сразу сюда попал? Вау. Так, сохраняемся. Ни хрена, мы уже 8 часов ебашим. Ё-моё. Так, тут что? Пропал доктор Марсело Хименс, глава администрации психиатрической больницы «Маяк». Последний раз его видели в своем кабинете, откуда он сделал ряд телефонных звонков. Вот так вот. Блин, ребят, ну тут хрен поймешь. Я еще раз повторюсь, в Fallout'е третьем такая же фигня была. Там еще... Так, смотреть я могу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Наверное, сейчас Рувик просто в ярости. Сломал терминал STEM. Я не думал, что дойдет до этого. Что за STEM? Наверное, он уже на грани, раз решил порвать все связи. У него остались только связи с настоящим STEM в больнице. The full STEM in the hospital. Hospital? В больнице? В психиатрической больнице «Маяк»? Он там, ждет его. Если этот кто-то не доберется туда первым, выбраться не сможет никто. Ага. Все, это все объясняет, ребят. Да, это все объясняет. То есть мы подключены к этой машинке сраной... И эта крыса там что-то программирует. Странно, неужели... А так... А что за хрень? А как мы туда попали? Он нас усыпил как-то или что? Вы же не хотите сказать, что у него действительно в реальности-то такие способности есть? А где у него срак, кстати? Что-то сраки-то не было. Как же срет-то, братишка? Там причем, как вы видели, за четверых должен срать. Так, патрушки. Не-не-не-не, подобрать, что это мог подобрать? Тряпку, что ли, половую, или что? А, во. Отлично, детали. Мини-генератор, может, его можно запустить, может... Нет, ничего не сделать нам. Блин. Жалко. Так, опять сейчас этот монстр будет... Опа, твою ж! Ручище-то какое! Ручищи! Вот так скажу.
Или у него все-таки одна понакаченней будет. Так, отсюда мы выбраться не можем. Что, в принципе-то, странно. Могли бы и выбраться. Так, идемте. Тихо. Это нас должно было испугать, или что? Видимо, он сейчас будет долбиться в стенку. Ай. Где он нас наблюдает? Ты где этот глаз? Сраный всевидящее око! Все ближе и ближе, смотрите, проламывает бетонные стенки. Этот ублюдок. Блин, ну так... О, one way. Один путь. Ладно, я понял. Понял, дайте развернуться! Почему я мышкой-то не могу? О, теперь могу. Так, патрон на максимум, вот что. Ладно, побежали. Да нет. Проклятье! Ладно, бежим. Так, и что, я туда должен? Ага, понятно. Кобздец. Ладно, хоть позвоночник не сломали. О, мы сейчас будем с ним драться. Нет. Да ладно вам. А чем мы... Нет, драться тут, мне кажется, мы не сможем. Давайте-ка убегать. Или можем драться. Что-то я не могу понять. Ну нихера себе. Это еще что за говно? Нихрена глаз. Сатаны. Опа. Эти бочки вообще... Когда ж ты сдохнешь-то, а? Боеприпасы кончаются. Аптечка. У нас так мало уже жизнек. Давай, чувак. О. Так, надо... Блядь, твою мать. Так, тихо, спокойно. Сюда ты не доберешься. Раз. Сейчас спрячемся еще. Так, что-то... О, гранатка. Она нам понадобится. Так, граната. А вот как тебе вот так вот, мудак, а? Тупой. Как? Чё-то ему, видимо, похер вообще. Дробовик, что ли, взять? О, сразу понял, ах ты мудель, а? Ладно. Чё ж делать-то, блин, а? Ну смотрите, что за говно тут происходит, а? Во, класс там был, ебаный! Так, стоп, надо что-то артиллерию-то пострашнее ему, правильно? Давайте-ка разрывной болт потратим. Да, как-то нам вообще сегодня не везет. Да блин, да ебу даже это похрен! Что тебя возьмет, крыса? Что тебя возьмет? Болт вспышка, плевать ему. О! Все? Реально все? Эту тварь так легко было победить? Да. А я что-то волновался, что-то хотел как-то... Обходы искать. Блин. Сколько там? Ну-ка. Сколько мы? Ух ты, 20 тысяч. Ну вот это нехило, да. 20 тысяч. Это прям как в Африке мы зажили прям. Ребят, смотрите. Так, боеприпасы, конечно, подберем. Граната еще была. Чего ж я не заметил-то, а? Мы могли вообще его даже без потерь, мне кажется, завалить, да и все. Так, давай, чувак, все собираем здесь. Здесь я не был, смотрите. Еще одна аптека. Блин, а я ничего не подбирал. Так. Давайте-ка... уколемся два раза. Чтоб на максимум жизни. Вот сценарий я пока чаю налью. Вы там тоже можете налить чего-нибудь. Я не знаю, что у вас там приятное. Некоторые не любят чай, говорят, лучше пепси какую-нибудь хреначить. Либо фанту. Кстати, я вот замечал, что фанту вообще практически никто не любит. Ну, знаете, так пьют, но именно не любят. То есть
предпочитают, к примеру, спрайт или пепси. Но это я вот про своих друзей говорю. То есть мне одному, что ли, фанта больше всех нравится? То есть я и предпочтение выделяю. Нифига себе, как получается. Так, пистолет. Замечательно. 8 патрошек и 13 еще. Ладно. Выживем, выживем, чую. Гранат. Одна только гранатка, ладно. Профиль сохранен. Эпизод 10 пройден. Знаете, этот эпизод был легкий, да. Как-то вот мы и эту завалили. Кстати, мы ее завалили вообще? Мы ей только отрубили ручки. То есть, возможно, теперь она не так быстро будет ходить, но все же, возможно, жива. Итак, с вами был The Leo, эпизод 10 пройден. Увидимся в 11 эпизоде.